Дорогой диджей, сегодня мы с тобой будем готовиться к Новому году. В честь этого великого праздника я нарядил свой дом, поставил елку и нашел в подворотне маленького кореглазого пацана. Кому-то же в моей семье должны подарки подарить. Дед Мороз прийти. А, ну и конечно же Дед Морозовские носки. Как же без них? На стеночку повесил. Стол у меня пока не накрыт, тут картофан, тут морковки. Ну, этим, собственно, не наешься, надо львеху мучить. Но вообще, я как ответственный батя составил список, которого мы будем придерживаться. Первое дело в списке — это ты. Как тебя зовут-то? Может, ты Геральт из Ривии? Ты мой ведьмак. Вот отстой. Будешь жрать у меня морковку. А мясо будет? Я пошел в холодильник, мне нужно в холодильник, смотри, не убегай никуда. Что мне там в холодильнике пожрать? Ух ты, индейка, как будто день благодарения. Собственно, она нам и нужна. Индейка похожа на чью-то задницу. Или на две лысины. А, не-не-не, смотри, возьми, короче, свою руку. Согни ее. И вот где локоть, посмотри, там такая. Ладно, забей, проехали. Короче, в подмышку свою посмотри, там то же самое. Пихнем, значит, почему индейка такая здоровая, больше, чем печка? Он геномодифицированный, он вырос в лаборатории Marvel. Значит, все, я тебя закидываю в печку. Кстати, печеньки. Не понял. Так, одну печеньку я съел. Я хотел пацану отдать печеньку. Я все печеньки сожрал. Пацан, я хотел тебе печеньку принести, но она сбежала. И она почему-то была на тебя похожа. Ты на что намекаешь? Геральт, ты в этом замешан? Мне всего 9, ом. Здесь явно попахивает какой-то магией. Я из Хогвартса. Ладно, не ссы, разберемся. Нам нужно теперь украсить елку. Так, давай, пошли. Будешь со мной вместе украшать. Садись сюда, вот так вот, вот здесь, на коврик. Твою мать! Надо сесть, а не лечь. Вот, на ступеньку давай вот так вот. Во, отлично, у тебя первый ряд на просмотр того, как я буду украшать елку. И почему я не в восторге от этого? Значит, игрушечки у меня вот, вот шикар. Пойдет? Вот эту вешаем, нет? На, посмотри. Оу, ну все, все, не ори, не ори. Бывает, что разбиваешь игрушки, не страшно. Вот другую возьми. Жеваные игрушки, ну вот другую возьми. Да шлёп меня. Короче, я тебе больше игрушки не дам. Я так разорюсь с тобой. Да не ной ты, ну хорош уже. Ты меня нервируешь. Геральт, соберись, ты же мужик. У тебя корона на футболке. Ты как настоящий ВДВшник. Разбил стеклянную рождественскую игрушку об лоб. И не одно, три. Ну всё, я сейчас пластырь тебе на лоб наклею. Я тут уже почти закончил. Звезда осталась. Только звезда. Все, пошли. Вот я тебя убаюгиваю. Вау. Подкидываем даже тебя вот так, опа, вот так вот, только не обосрись. Пойдем с тобой на чердак, нужно звезду достать. В принципе, у тебя звезда в комнате есть, можно отодрать от стенки ее. Но у нее нет, знаешь чего, конуса снизу, чтобы надеть на елку. Вот, знаешь, что придумал, смотри, опа. Один. А тебе тоже нравится, да? Два. Крутяк, да? Три. Давай десяточку набьем с тобой. Я думаю, что мы с тобой сдружимся, дружок. Вот так вот. Десяточка. Ей, даже фейерверк был. Ты видел? Красава. Слушай, а где у нас чердак? Ты в курсе, где у нас чердак? А, ну вот он, чердак. Все, полезли. Та-та-та-та-та-та-та. Ох, ё-моё. Слушай, а ты в курсе, чем наша мать занимается? Я знаю, что она картины рисует, но чтоб вот это вот... Это что здесь за чертовщина? О, подарок какой здоровый, смотри. Это, наверное, мать нам приготовила. Там явно какая-то картина. Слушай, вот так вот, когда тебя держишь, ты на свету как бледный дьявол смотришься. О, тут еще есть подарочки. Подожди-ка. Блин, тут такая музыка, еще ты так улыбаешься. Ты мне напомнил Пеннивайза. О, ты сел. Ты умеешь сам садиться? Ну да, ты же на стульчике сидишь. Ладно. Короче, мы берем звезду, подожди здесь. Я звезду оттащу и приду за тобой, ладно? Ну не ной, ну хорош, вот тебе игрушка, на, поиграй. Посиди в этом... В злобном мрачном месте я скоро приду. Мне звезду просто повесить надо. Я не могу в двух руках таскать два предмета. Это слишком сложно для меня. Чпиньк. Вот и елочка готова. Етить. Стой, горячо, горячо. Как огнетушитель где-то видел, вот он. Давай туши. Оу, нормалек. Блин, надо будет в следующий раз индейку вместе с огнетушителем туда запихать. Ароматная корочка получилась. Кладем индейку за стол. Найдите ребенка. Ну, я и так знаю, где он. Он на чердаке. Да ты офигел, это на всех было. Геральт. Похоже, ты еще и просрался. Я не буду спрашивать, как ты тут очутился. Я и так знаю, что ты... Ты же Геральт из Ривии. Ты это... Как он? Ведьмак. О, ты, наверное, зелье какое-то выпил и все пучком. Я думаю, что нам сюда.
Я в своей квартире и не знаю, куда нам идти. Может, здесь? Черт! Не делай так больше, а то я тебя убью. А это что такое? При опасности разбить. А, это ведьмаковская соска. О, вот наша комната. Так, полежи здесь. Полежи, сейчас я за подгузятиной сбегаю. А где подгуз, собственно? Матрасик. Подожди, пацан. Иди сюда. Пацан. Мне нужно тебе как-то памперс поменять, но я не знаю, где памперс. А чё ты за мной ходишь? Я тебя наверху увидел, теперь ты здесь. Слушай, ты знаешь его? Это твой дружочек. Я буду называть его Матрасик. Аня, это доктор Плюш. Но я буду звать его Матрасик, потому что вот тут вот Матрасик. Неважно, почему так сошлось, так получилось. Сидите здесь, я сейчас приду. Вот как это называется? Ты посмотри, и здесь он тоже тусит. Ну-ка, пойдем-ка вниз. Эй, Геральт, ты следи за своим младшим братом, за Матрасиком. Какой-то дьявольский вороненок, блин. Сделай с ним что-нибудь. Ты же Геральт из Риви, ты должен бороться с нечистью. Все, давайте, смотрите тут друг за другом. Я за нарядом. Рождественский наряд. Капец, да? Эльфийская шапка. Эй, Геральт, затричу тебя на... Где твой этот ворон? Матрасик? Че ты лыбишься? Да ты опять Матрасика просрал. Пердежный ты. Вот так вот. Теперь точно Рождество у нас. Музыки не хватает. Давайте, покидай вот так вот. О, хорошо. Вот отлично. Давненько не виделись. Подожди-ка, Геральт. Давай-ка мы сделаем вот так вот. Черт. Все. Унитазных тебе приключений. Слушай, ты так обглотал индейку, что от нее, собственно, ничего не осталось. Даже бати. Че мне теперь жрать? Жри кости. Ладно, пойду ее выкину. Не, ну в принципе, если постараться, тут мясо-то еще можно. Ого. А, он только объедки всасывает, остальное он не всасывает. Ну так неинтересно. У меня там еще одна идейка есть, что ли? Так, пацан, подожди. Ты у меня волшебный, пошли со мной. А, я тебя взять не могу, черт подери. Ты что, приклеился, что ли? Ладно, я один схожу. Бди за... Что это был за звук? Может это? Яйца взять. Давай, кидай яйцо. Проверим на ловушке. Потому что раньше я такой холодильник у себя не видел. Вроде бы нормально все. Но огнетушитель возьму. Все, погнали. Двери открыты. Огнетушитель здесь. Что произошло? Какого? Ух, ё-моё. Подождите минуту. А, снова ты. Я ж тебя утопил в унитазе. О, нифига себе, индейка. Ты-то мне не нужна. Я за тобой зашел. Меня, конечно, не удивляет, что я попал в холодильник свой вот таким вот образом. Ох ты, ететь, мать, треть. И меня тут зубастые снеговики пытаются сорвать. Нет, не-не-не-не-не-не-не, я пошел в другую сторону. Стремновато мне тут немножечко. Индейка, подожди, здесь. У меня битва снежками. Мне нужно ушатать этого вредного снеговика. Какой же Новый год без снеговика, правильно? Все, это вредная снежная баба ушаталась. Е-е-е, я вернулся домой, кажется. Или нет? Закрыто для обслуживания. Единственное, я не знаю, какой мой номер квартиры. Блин, у меня там ребенок остался один без присмотра. О, я тебя нашел! Погоди, а сюда? И здесь тоже открыто. Холодильник? Это мой же холодильник, да? А, ну да, наверное. О, снова ты. Смотри, кого я нашел, Геральт. Это твой дружбан. Можешь его схомячить. Вот, кушай. Я сейчас за индейкой схожу, подожди. Вот и индейка, да-да-да-да. А где твой друган? Ты его сожрал уже? Я надеюсь, что ты его сожрал. Вот тебе индейка, можешь хавать сырую. Ты такой счастливый мальчуган, я вообще балдею с тебя. Ладно, так уж и быть, я сейчас ее зажарю. Кладись, индейка, и... Блин, тут теперь нормальный холодильник. А я огнетушитель там оставил. Погоди, хочу снежок взять. Геральту. Показать, как играть в снежки. Геральт, смотри. Вот так вот берешь и кидаешь. Ты доволен, да? Ну, если я от тебя избавиться никак не могу, то пойдем я тебя запеку хотя бы вместе с индейкой. Ты же вроде ворон, птица, все дела, так что... Давай, готовься. Сынок! О, блин. Видимо, поехал на охоту нечисть убивать. Ты-то мне, наверное, сыночек подарок оставил. Игрушка в коробке, нет ручки, чтобы ее открыть. У меня ручка, кажется, на чердаке была. Надо проверить. О, подожди. Вот и ручка. Откуда она тут взялась вообще, непонятно. Давай-ка покрутим. Отличное музло. Ха, это ты. Ты мне решил устроить сюрприз.
Ай да красавец, ай да... Ну, ну на стульчик давай, на стульчик. Пойду индейку достану. Даже печка не бомбанула. Рано я это сказал, рано. Бомбанула все-таки. Только не дай бог ты ее опять сожжешь. В рот мне ноги. Батя тоже хавать хочет. Вот и наши долгожданные друзья. Какого черта? Это отвратительно. Сынок, ты что обиделся, что я тебе подарок не приготовил? Сам жри свою морковку с картошкой. Геральт так обиделся, что нужно ему срочно подарить подарок. Открываем. Что это, шарик? Мяч попрыгай. Смотри. Вау-вау-вау-вау-вау. Круто, круто. Блин, единственное, мне теперь придется оттирать весь пол из-за тебя. Морковка с картофаном раз... А где индейка? Ладно, неважно, откроем дальше подарки. Тачка, машин-трансформер, ё-моё, Бамблби, все дела. Куда ты поехал? Ну ничего себе. Погоди, у меня там, кажется, где-то была на втором этаже трасса гоночная прям-таки. Во-во-во, вот трасса, смотри. Давай на дорогу. Мама ему пофиг. Блин, сынуля, мне так понравилась твоя тачка, ее можно запустить и с лестницы. Поехали. Вё! Офигенно. Ладно, пускай катается, мы откроем следующий подарок, сынок. Это все тебе. Ну так, самолетик. Офигенно же. Ай да Дед Мороз, ай да молочек. Все, самолет у нас теперь будет тут летать. Классные же подарки, да? И последний, что у нас тут? Ствол. Ты же себя плохо вел, да? Получай присоской. Тебе конец. А чё ты такой недовольный? Батя теперь убирать вон, ты видел что тут? Вообще беспорядок какой. О, вот это другое дело. Ладно, все, поиграли и хватит, пойдем спать. Уже поздно. Баюньки, баю, баюшки, баю, не ложись ты на краю, а то прибежит волчок, и ты ему наваляешь. А чё ты заныл? Чё ты заныл, Геральт? Ну хорош. Я понял, ты без игрушки не заснешь. Вот, например, вот эта игрушка пойдет тебе. Во! Все, давай, играйся с ним и это, ложись спать. Ну и что мне теперь тут делать? Это же вообще кошмар. Наверное, пофиг на это все, пойду телек посмотрю. Там президент уже должен выступать. О! Вот это меня штырит. Ну нифига себе. Это я, наверное, сплю. Это сон мне снится такой. Кыса, 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 ты где? У меня тарелка в елке застряла и морковка. А еще где-то кошак черный бродит. Надо ствол взять. Фиг его знает, что это за кошак. Опа! На тебе. Блин, он прозрачный. Это отстойно, это стрёмно. Он убежал куда-то. Ха! Я по следам знаю куда. Ты наверх? Негодяй лохматый, блохастый. Черныш. Где ты? А, ты у подарка сидишь, тусишь. Ну что расскажешь? И что тут делаешь? Оу! Это что за Гарри Поттерские сказки начались с тайными комнатами? Ё-моё! Извините, у меня там ё... Пацан, это все опять ты! Я тебя в детдом сдам!